мастер спорта по рукопашному бою. Его возраст 18 лет и рост 175 сантиметров. Рост 172 сантиметра. Два боя провел этот парень из Грозного. Это, собственно, его третий поединок. Две победы, одно поражение. Чемпион России по грэпплингу. Чемпион России по боевому самбо. Мастер спорта по боевому самбо. Ну, сейчас реконосер Беслан Жамурзов представляет соперника Юсупа Раисова, Беслана Жамурзова. Вот он на ваших экранах. Клуб «Аллигатор» Нальчик. Бойцу 18 лет. Рост 175. Чемпион России по грэпплингу, чемпион России по боевому самбо, мастер спорта по боевому самбо. 172 сантиметров рост атлета и возраст 20 лет. Три боя за плечами Беслана Жамурзова и одно поражение. Представляющий бойцовский клуб «Перкут» из Красного Юсуп Раисов. Бойцу в синем углу объявляется предупреждение за перевес. Бойцы на середине. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп не работает. Сетку не держит. Локти в голову не работают. Голова в голову не работает. Колени в голову только в стойке. Позвоночник не работает. Все действия по правилам. Удачи обоим по углам. Итак, буквально несколько секунд отделяет нас от начала поединка, дебютного боя этого турнира, финала которого сегодня мы будем наблюдать. Итак, первый раунд. Беслан Жамурзов, представитель клуба «Аллигатор» из Нальчика, Юсуп Раисов. Первую атаку начал Юсуп Раисов. Паттер переводит сейчас его Жамурзов. В более выгодной позиции сейчас оказывается чеченский боец. Он находится сверху. Стоит на ногах. Пытался нанести удары, но выскользнул из партера. Сейчас Жамурзов, и вновь поединок на ногах продолжается. Два раунда по 5 минут проведут бойцы. Сейчас двойку проводит чеченский боец. Судя по техническим действиям, примерно равные силы у бойцов. Ну, собственно, и опыт. Опять атакует сейчас Раисов, но встречными работает Жамурзов. Не гнушается и прямыми ударами в корпус ногой. И вот сейчас точный удар наносит Юсуп Раисов. И рефери склонился над представителем клуба «Аллигатор». Сейчас мы выясним, куда пришелся удар и был ли он нанесен по правилам. Да, точно, в область живота на развороте наносит удар Юсуп Раисов. Рискнул боец и вот приводит сейчас в чувство его оппонента. Ну что ж, поздравляем представителя клуба «Беркут» с третьей победой. Очень эффектной победой.
Чуть позже на поединках появится руководство Чеченской Республики во главе с Рамзаном Кадыровым. Итак, время остановки боя 2 минуты и 2 секунды первого раунда. Победу нокаутом одержал Юсуп Рахисов! Итак, первая победа чеченского бойца. Поздравляем клуб «Беркут». Сопернику из Нальчика Беслану Жамурзову. Напомним, что в первом раунде этого двухраундового поединка побеждает Юсуп Раисов. Эффектным ударом ногой с разворотом вертушкой попадает Юсуп точно в корпус. Раисов! Постепенно зал спорткомплекса «Олимпийский» заполняется. Здесь примерно сейчас есть возможность разместить 2500 зрителей. Ну и поздравления сейчас. Поздравления бойцу из Чечни. Ну а мы ждем следующего боя. Весовая категория. Та же самая 65,8 килограмма.